Помітно нервують судді. Настав час Юлі обрати собі трійку претендентів на перемогу. Тепер Юля. Хочеш за тебе всіх виберем? Ні. Під час суддівської наради одразу стало зрозуміло, Юля націлена заткнути за пояс своїх конкурентів. Так, я, да, дальше. Я хочу, щоб у мене було багато груп, оскільки я сама із групи, я знаю, що з групами робити. Юля, можна я для тебе виберу от ця група? Ти ж любиш групи, у вас схожі, вони вдохновляються вашим творчеством, тому цю групу одразу дарю тобі. Ні, спасибо. Я давно не видела таких сильних певцов. Не, ну у вас суперовские люди, они сейчас как дадут жару там, ты ж. И першим підкорюватиме наставницу гурт Detach. Detach. Группа Detach. Такие мои хорошие ребята, которые так славно облажались в прошлом туре. Після нещадної критики від Данилко на останньому випробуванні хлопці більш за все боялися потрапити саме до його категорії. Добрий день, вечір, ніч, п'ятниця, субота, воскресенье. Что-что? Добрий день. Вот так лучше. Ребята, вы очень рано подумали, что у вас уже все хорошо. Понимаете, надо себя как-то немножко вести скромнее. Та коли дізналися, що Андрій вже набрав команду, зітхнули з полегшення. Давно спит? Та ми граємо на самом деле. Ви граєте? Да. А що ви граєте? Що за ігра? Хто крепче спит? Да. Где б мне присесть, а? Ну ладно, разбудили парни, елки-палки, что ж вы... Прости, они шумели, я пришел, вот думаю, как тут? Скажи, пока ты спал, вы прошли в прямые эфиры. Как оцениваешь выступление? Великолепненько. Ребята, вы какие-то что-то вот сонные, такие вообще на расслабоне, спокойные. Как вы думаете, вам это поможет пройти в прямой эфир? Зависит от того, кто чего покажет сегодня. Ну вы-то понятно, вы покажете татуировку новую, да. Свежую. Ну, это она еще пахнет. Это ж все для понта. Для понта, для понтов. Кому хотели бы попасть? Юля. К Юле, почему? Ну потому что это... Хардкіс, це близько нам по духу. У нас до X-Factor була ідея пригласити його в тандем, спробувати зробити щось совместне, але ми не розуміли, з якої сторони зайти, і от шанс появився. Ребята, що хотілося б сказати? Удачі! Не проспіть свою щастя, хорошо? Та тільки-но хлопці побачили три стільці, усвідомили, що вони можуть на них навіть не сісти. А сейчас мы понимаем, что у нас есть конкуренты, в принципе, и мы можем вылететь в любой момент. Как отчасти проект для того, чтобы понять, из чего мы сделаны, чего мы стоим вообще, это такое, именно фильтр какой-то. Посмотреть на себя со стороны можно. Что же вы приготовили нам сегодня? Мы рискнули и приготовили песню «Стены» группы «Горячий шоколад». Вау! Эксперименты пробуем. Любим эксперименты. Да. Вперед! Спасибо. Я не могу тебя так долго ждать. Не могу дышать наполовину. И как заставить сердце замолчать? Сердце замолчать. Не могу, нет силы. Стены. Заливаю стены руками. Стены между нами. Стены, что придумали сами. Сами, сами. Я, наверное, смогу понять, принять как есть твои, мои причины. И я потерял все тепло сберечь, все тепло сберечь. Я смогу на силы.
Ребят, ну подходите к своему вокалисту. Спокойно, Антон. Спокойно. Ну вот и выступили мои детач. Почему мои? Потому что, несмотря на то, что сегодня я выгляжу как Барби, только сегодня, внутри меня живет 15-летняя девочка с черной губной помадой и черными ногтями, которая повесит плакат «Детач» у себя в спальне. Займите, пожалуйста, свое место. Спасибо. Спасибо. Это было круто. Спасибо. Фу, хороши, хороши. Прямо как током шибануло сейчас.